данный момент во втором доме почти завершены работы по чистовой отделке подъездов, доложен керамогранит, монтируется реечный потолок. Продолжается остекление балконов, установлены счетчики холодной и горячей воды. По третьему дому на сегодняшний день идет заливка 13 этажа, кирпичная кладка выполнена до 12. В четвертом доме жилого комплекса «Сокольники» прошла государственная комиссия, дом официально введен в эксплуатацию. На сегодняшний момент ждем мебель холла первого этажа и финальную отделку квартиры.